wasn't a single attempt to intervene in the American elections. They're doing it as we sit here, and we... Это смешно. Ну, или было бы так смешно, если бы не было так грустно. Потому что вот все то, что мы видим сейчас во внутриполитической сфере США, разрушает российско-американские отношения. И я уверен, идет во вред самим Соединенным Штатам. Вот мы вынуждены были в результате того, что происходит... По секрету вам скажу, да, обязательно будем это делать. Чтобы вам окончательно развеселить вас там как следует. Только вы никому не говорите. Ладно? Знаете, у нас своих проблем хватает. Мы занимаемся решением внутренних проблем. И прежде всего нацелены на это. Перед нами стоят колоссальные задачи в сфере экономики, в сфере социальной политики. Мы сформулировали так называемые национальные проекты развития по целым отраслям. Мы вкладываем беспрецедентно большие ресурсы в реализацию намеченных национальных целей развития. Но что нам вмешиваться там в какие-то выборы в каких-то странах?